Сегодня 27 января, Всемирный день памяти жертв Холокоста. Знаете ли, что такое Холокост, и можете ли об этом рассказать? Да, во время Второй мировой войны, в 1945-х годах, соответственно, в Германии была фашистская группировка, которая, которая за чистоту крови, если можно так выразиться, за то, что есть арийская раса, и всех неугодных людей, которые не подходили под определенные параметры, это светлая кожа, голубые глаза, светлый цвет волос, также определенный рост и вес, все возможно. Такие люди подвергались истреблению, скажем так. И фашистской Германии создавались определенные концлагеря, в которых людей неугодных данному правительству просто уничтожали, убивали, всячески отменивались, проводили различные эксперименты по созданию сверхчеловека, суперновой державы. То есть у Гитлера была идея фикс, да, создать единое государство, собственно, почему он и пошел войной, да, на все близлежащие и в дальнележащие территории, потому что хотел всех объединить, собственно, чтобы, грубо говоря, на него люди и государство потратили. Так вот, Холокост — это, ну, я так думаю, что это как бы концлагерь, да, собственно, в котором и убивали людей, Спасибо вам большое. Спасибо.